Я вас запитаю, ви говорите про Партію регіонів, так, справді, ви одною з перших говорили про те, яким став Янукович, так, і відмовилися від його підтримки, але от я, наприклад, була на з'їзді Партії регіонів, де вас, звісно, не було, на 14-му з'їзді в суботу, багато також критикували Віктора Януковича, його однопартійців, але от оця така дивна... Дивно те, що вибрали кандидатом від Партії регіонів саме Сергія Михайла Добкіна, перепрошую, а не, наприклад, Сергія Тігіпка. Так? Ви як це пояснюєте? Тому що в кулуарах про це з'їзду говорили, що вибираючи Добкіна, кандидат від Партії регіонів, Партія регіонів підтримує Юлію Тимошенко як кандидата в другому турі. Так? Ну, якби арифметична схема зрозуміла. Ну, здесь, если хотите, быстро, раз, два, три, чтобы мы очень долго не растягивали. Первое, Ринат Ахметов объявил свое право собственности на акционерное общество «Партия регионов». Это было сказано прямо, и это вызвало серьезное противодействие внутри партии, и я уверена, что это вызовет раскол. Именно поэтому не был поддержан Сергей Тигибко, потому что он представляет не группу, да, да, очень приятно. Именно поэтому не был поддержан Сергей Тигибко, потому что Ринат Ахметов на протяжении очень многих лет заявлял, что он, не он заявлял, от его имени его политические провайдеры заявляли, что Партия регионов является собственностью Рината Ахметова и Виктора Януковича 50 на 50. Из-за этого у нас несколько раз возникали очень серьезные скандалы на президиуме партии давно, 2-3 года назад, и эта тема продолжалась, сейчас она реализована. Ринат Ахметов прямо предъявил претензии на фактически этим определением Добкина как претендента. Ринат Ахметов заявил претензии на главенство в трех областях Юго-Востока. Луганскую область, где, понятно, влияние его очень сильно, и на Ефремова в том числе. Донецкую область, которая исторически область Ахметова. И теперь он к этому присовокупил Харьковскую область, фактически прогарантировав первым освобождение Добкина под поручительство или под залог, потом выдвинув Добкина кандидатом в президенты. Кроме того, Добкин Ахметову гарантирует постоянный контакт с Кремлем, потому что Добкин имеет прямой контакт, он политическая креатура Дмитрия Табачника. Дмитрий Табачник единственный, наверное, один из очень немногих членов Партии регионов, который всегда, кроме Януковича, имел прямой контакт с Кремлем на уровне первых лиц. Естественно, это дает возможность Ринату Ахметову получить прямой доступ и к Кремлю, и к украинской власти. Мы знаем, что Добкин, Табачник, Медведчук — это одна и та же компания. Мы знаем прекрасно, что Медведчук является переговорщиком для Тимошенко с Кремлем. А правда, до нас доєднався Сергій Лещенко, журналіст «Української правди». Добрий, а правда, ще раз добрий вечір. А правда, що зараз є бунт в Партії регіонів? Про це говорили багато на з'їзді, що три партії фактично вирішили, кого обирати три регіони, я перепрошую, так, вирішили, кого обирати кандидатом, і інші області, зокрема західні і центральні, були проти цього. Тобто вони були не згодні, але оскільки їх була меншість на з'їзді, прежде всего, нужно понимать, что накануне съезда было огромное количество инсайдерских переговоров между делегатами съезда, и на съезд не приехала практически половина кандидатов. Так, чем это было вызвано? 500 было раньше, а теперь ну, было 300. Практически половина, там чуть больше половины приехало, более того, потом вначале вообще не было кворума, и они добирали людьми, которых уже доставали через телефоны, чтобы они доехали и приехали. Чем это было вызвано? Это было вызвано тем, что фактически до последних нескольких дней до съезда Партия регионов была, ну не Партия регионов, а те, кто объявил ее владение этим активом политическим, было предложено, чтобы Партия регионов вообще не выдвигала своего кандидата и отказалась от участия в выборах и отказалась от признания выборов. Это было бы очень опасно, как политический прецедент для Украины. И я, и те, кто имел возможность влиять каким-то образом на мнение отдельных членов партии регионов, руководителей нескольких, многих даже партийных организаций, мы рассказывали людям, что ни в коем случае им нельзя в этом участвовать, потому что если они в этом будут участвовать, то они станут пушечным мясом
для опять вот этой малюсенькой группки тех, кто присвоил партию, назвал ее своей собственностью, а руками кандидатов, которые проголосуют за решение о неучастии партии в выборах, они фактически разыграют путинский и кремлевский сценарий, о котором чуть позже объявил Янукович. Вот давайте интервью Януковича, несколько конкретных планов, которые вместе составляют план Кремля нынешний по отношению к Украине. Первое. Президентские выборы нелегитимны, проводить их нельзя, и они не будут призваны. Второе. Президентские выборы, даже если будут проведены, то они не будут легитимны, потому что, как проговорился Янукович, он сказал, будут проблемы с явкой. А это значит, что будет спровоцирован гражданский конфликт и сделают так, чтобы люди на юго-востоке побоялись вообще идти на участки. Схема гражданской войны качается через интернет. Вы видели, что если вы делаете дайджесты российской прессы, это просто катастрофа. Тема гражданской войны. Если перед Крымом постоянно муссировалась тема нарушения прав русскоязычных, бандеровцев и фашизма, то сейчас мейнстрим русской литературы, публицистическое, журналы, газеты, радио, телевизор – это одно – гражданская война в Украине. Значит, читайте, что это тот сценарий, который будет использован в Украине. Следующий посыл Януковича – стране, в которой гражданская война, нельзя давать денег, потому что все пропадет. Вот и читайте вот все эти планы.